Всем привет, мои дорогие! А для тех, кто зашел впервые на мой канал, меня зовут Елена. Это очередной мукбанг. Я сегодня буду кушать наисвежайшие сегодня приготовленные щи, которые я сама готовила днем для своей семьи. И вот сейчас решила покушать тоже. У меня щи из свежей капусты с морковкой, с лучком обжаренным. Варила я на курином бульончике, так что щи достаточно легкие. Также я буду кушать черный хлебушек, у меня это очень мягкий черный хлеб. И буду кушать также с горчичкой. Горчицу, кстати, готовила вчера только сама. Горчица наисвежайшая, очень-очень острая получилась. Рецепт, кому интересно, есть на моем канале уже. И я немножечко положу в щи майонезом. Майонез также домашний, сама я делала его, сегодня также делала. На канале тоже я выложила, девчонки, свой рецепт этого майонеза. Кому интересно, готовится буквально 2 минуты. Кому интересно, девочки, добро пожаловать, на канале видео есть. Ну что, давайте приступим. Я очень-очень-очень голодная, можно сказать. Сегодня днем мне не удалось покушать, потому что целый день занималась делами. Сами знаете, сейчас у нас уже очень-очень близко праздник, великий праздник, Великой Пасхи. Дел куча, очень много. Все не успеваю. Я мама в декрете. И хоть я постоянно нахожусь дома, но времени катастрофически все равно не хватает. Так, горчичку я положила, майонезик домашний, в супчик. Многие скажут, наверное, из вас, майонез это вредно. Ничего подобного. Майонез, который я готовлю сама, здесь ничего вредного нет. Все компоненты, которые здесь содержатся, они натуральные. Это прелесть майонеза собственного приготовления, в отличие от покупного. Так что, девчонки, возьмите на заметку, готовится 2 минуты. Так, ну и горчичку тоже. Горчичка пробуждает наш аппетит, хотя я и так хочу кушать, но еще способствует расщеплению жиров, способствует выведению различных ненужных нам веществ из нашего организма. Ну, естественно, тем самым способствует она нашему, можем сказать, похудению, так, потому что микроциркуляция усиливается во всем организме, и таким образом и иммунитет повышается, и быстрее все это в организме уходит и приходит, жиры расщепляются гораздо быстрее, поэтому возьмите на заметочку. Ну, еще сейчас у нас сезон такой не самый лучший, многие болеют, поэтому горчичка еще и антимикробное средство, еще и убьет микробы, которые, не дай бог, если у вас есть. Поэтому такое, знаете, профилактика даже простудных каких-то заболеваний. Ну, я скажу, даже я кушаю не для того, чтобы каким-то образом там или похудеть, или что. Мне просто нравится эта специя. Даже просто с хлебом это очень вкусно, но очень остро. Получился очень вкусный супчик. Кушаю, девочки, железной ложкой. Простите, не нашла в магазине пластмассовую ложку. Сейчас у нас сезон карантин. Все дома сидят, в магазинах не слишком много-то всего и можно купить. Лишний раз и не выйдешь. Поэтому кушаю железной ложкой, буду аккуратно есть, чтобы вас звуки не раздражали. Раз.
рассказывайте в своих комментариях, а что вы кушаете, что вы любите кушать, какие супы готовите дома своим близким, какие супы сами любите кушать. Мне интересно, на самом деле. Может быть, какой-то из ваших рецептов я возьму себе на вооружение. И буду тоже дома готовить. Потому что, на самом деле, сейчас столько много интересных блюд, которые мы даже не знали. В принципе, простых и вкусных. Горчица острая. Но именно такую я и люблю. Хотела вам рассказать историю одну, небольшую в своей жизни, не очень приятную. Я вам, наверное, говорила уже, что я сама по профессии мастер маникюра, мастер по эпиляции восковой и шугарингом. И также я занималась очень долгое время наращиванием ресниц. В принципе, сейчас могла бы заниматься, просто я в декрете. И вот однажды, сама являясь мастером, попала на недобросовестного мастера-парикмахера. Осталась без волос. И вот мне многие девчонки сейчас вот написала, девушка, мне комментарий, что у меня очень красивые волосы. Знаете, девчонки, я на самом деле даже в последнее время комплексую по поводу моих волос, потому что то, что у меня было, и то, что у меня стало с моими волосами, конечно, это ужасно. Ну, сейчас все расскажу подробно. Подружки, моей подруге был день рождения. Она в ресторане хотела отмечать все это. Юбилей был. Ну и, естественно, я была приглашенной. Хотелось как-то красиво сделать прическу. Выглядеть хорошо хотелось, потому что много девушек было, все красивые, ухоженные, и хотелось тоже соответствовать. Я сама прекрасно делаю себе прически, у меня вьющиеся волосы, слава богу, и они очень хорошо у меня укладываются. Достаточно просто пенкой мне после мытья головы немножечко их так вот смочить, у меня волосы кольцами красиво вьются. Ну, после того, как я уже начала частенько их красить, они мне, конечно, испортились. Ну, не столь важно, перестали виться. Ну, все равно, если позараться после мытья головы, в принципе, они выглядели у меня шикарно. Ну, захотелось мне что-то такое. Выискала я там прическу, голливудские локоны называется. Ну и пошла в парикмахерскую, причем не самую дешевую. Записалась я заранее, за неделю к мастеру была запись, потому что мастер хороший, дорогой. Парикмахерская в центре, все на высшем уровне. Как я думала. Наивная. И тут-то было. Ну и, значит, девочки, прихожу я в назначенный час. Она на меня смотрит и говорит, что вы хотите? Ну, я говорю, что я хочу локоны. Я хотела крупные кудри, красивые голливудские кудри, уложенные, красивые, как вот на картинке, которую я принесла. Она мне говорит, хорошо, у вас две длины, два объема. Ну и согласна, у меня длинные волосы практически по поясницу и достаточно густые. Согласна, да. Я говорю, хорошо, сделала. Ну, вот я поняла, накладка будет стоить 2500. Это Москва. Ну, хорошо. Достает плойку. Я говорю, что она плойку будет делать это? Обычную советскую плойку. Ну, девушка, я лучше знаю. Я же мастер. Я говорю, ну, хорошо. Я же не парикмахер, откуда мне знать? Ну, сделала она мне
прическу, можно так сказать. Девочки, это ужас. Она просто мои волосы, да, мне делала 3 часа, я ничего не могу сказать, во время кучу потратила. Она просто мои волосы накрутила плойкой. У меня вот такие вот мелкие кудри, на мои объемы. У меня мелкие кудри, как у бабушки Клавы, грубо говоря. Вот в 90-х видели только что из деревни вышедшие девки, которые не видели ничего в этой жизни, дорвались до города. Вот я выглядела именно так. Мне хотелось просто девочке плакать, как я выглядела. Естественно, я начала просить жалобную книгу, позвать меня руководителя. Понятное дело, с администратором разговаривать даже смысла нет, потому что они друг друга выгораживают. Начала мне говорить, что как мне хорошо, как мне идет. Но я-то вижу, я что, не дура. Я не первый раз схожу парикмахером, хорошим парикмахером. Я знаю, как должна выглядеть хорошая прическа. В общем, они мне сделали скидку. Я ушла, заплатив всего 50%. Ладно, это еще не самое страшное. Когда я пришла домой, и вот это вот все залаченное, я начала мыть. Я отмыла, все смыла, конечно. Я поняла, что мои волосы просто как пакля. Их сожгли. Сожгли просто в хлам. Делать уже с ними ничего не сделаешь. Вот все. Вот такая история, девочки, страшная. Казалось бы, дорогая известная парикмахерская, плотная запись, такой мастер. Причем мастер не один день там работает, как я поняла. Парикмахерская не однодневка, она очень давно работает там. Там не парикмахерская, салон красоты, причем такой приличный достаточно салон красоты. Вот вам и пожалуйста, девочки. История поучительная. Век учись, век живи, век учись. Что вы думаете с тех пор? Даже крашу волосы только сама. Либо проверенным мастерам хожу, которых мне рекомендуют мои знакомые. И вам, девочки, советую. Я сейчас подумала вот хорошенько, чтобы, может быть, такого начать снимать, какой цикл видео, который бы мог вам действительно быть полезным. А что полезно нам, женщинам? Так как я являюсь мастером в сфере красоты, то я думаю, что именно темы не только уходовой косметики, домашнего производства было бы интересно, но и, наверное, темы, связанные непосредственно с салонным уходом, я думаю, девчонки, для вас были бы тоже бы интересны. Вот в сфере той, которой я работаю, то есть это маникюр, как можно самостоятельно дома делать себе данную процедуру, носить шеллак, делать сам маникюр, наносить шеллак. Возможно, даже если удобно будет снимать, делать как педикюр. Понятное дело, шугаринг я уже, наверное, не смогу не рассказать. Это невозможно просто дома самостоятельно сделать. То есть даже я, являюсь мастером с большим стажем работы, я сама себе не всегда могу сделать качественно эту процедуру. Поэтому качественно – это не только чисто. Это без повреждения кожных покровов, которые влечет за собой, в принципе, серьезные проблемы, если это делать бездумно. Поэтому я обязательно, наверное, вот сниму цикл видео. Если вам такие видео будут интересны, девчонки, я буду одно видео сниму на днях, наверное, непосредственно вот по вопросам, которые задают мне чаще всего мои девчонки. Мои клиентки, которые первый раз приходят на наращивание ресниц. И мои клиентки, которые посещают меня не первый раз, которые часто наращивают ресницы, но иногда делают перерыв. И как именно они восстанавливают эти реснички. То есть расскажу подробно.
как за ресничками ухаживать, потому что я являюсь мастером. И о ресницах я знаю, ну, девочки, не понаслышке. Я работала очень долгие годы, работала мастером. И я знаю и как ухаживать, и про наращивание все. Так, ну вот и все. Я наелась. Очень вкусно покушала. Надеюсь, вы тоже кушали со мной. Ну, девчонки, на сегодня, пожалуй, все. Если видео вам было полезно, и вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь обязательно на мой канал, чтобы не потеряться со мной. А также не забудьте поставить лайк и написать свой комментарий, если вам не сложно. Какие бы видео вам были интересны, что бы вы хотели увидеть, узнать у меня, задавайте вопросы, я обязательно с удовольствием буду в следующих видео на них отвечать, девчонки. Ну, а на сегодня все. С вами была Елена. Всем пока-пока и до новых встреч.